Для начала нам нужно открыть вот эту пробку. Откручивай. Откручивай. Вот, откручивай. И вешай. Вот сюда ее. Да, вот сюда вот. Оп. Не, вот так. Оп. Дальше берем наш бензин 95-й. Ага, вставляем сюда. Ага, все. Идем, все, все, все. Идем на кассу. Запоминай номер колонки. Первая. И бензин 95, верно? Ля, пацаны, что происходит? Что происходит? Даже дверь не дала открыть. Ну ладно. Оп, оп, оп. Колонка 95 на 500. Ничего нет. Первая оплата наличными 95 и нет 500 рублей. Как мы ем? Нет. Нет. До свидания. Все, до свидания. До свидания. До свидания. Я опять дверь не дала открыть. Ну ладно. Я иду такая вся. Дольче Габбана. Куда? Заправить надо. Пошла. Теперь смотри, поднимай вот этот рычаг. Да? Да, поднимай, держи. Все, держи. Топливо идет. Когда будет наша сумма, мы берем в руки. Тебе не холодно? Нет. А ты куда потом идешь после вождения? Я потом буду гулять. Гулять? Я тоже хочу гулять. Пойдем гулять? Пойдем гулять? Пойдем. Серьезно? Да. Ну окей. Кофе пойдем? Да, пойдем. Заметан. Вытаскивай, вытаскивай. Все, забирай, 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 забирай. Ставь, ставь. Угу. Все, вешай. Ой, вешай, господи, закрывай. Давай. Угу. Что-то я забылся с этим, с кофе. Закрывай до щелчка. Ну не так бить, давай. Красава. Молодец. Как тебе твоя первая заправка? Обычно очень. А что интересного было? Вставлять? Ну, все. Вставлять или вытаскивать? Я никогда такого не видела, никогда такого не делала. А, вообще, нет. Конечно, не понимаю, почему нельзя заправщиков позвать. А, ну, вот надо же самим научиться вставлять и высовывать. А тебе что больше понравилось, вставлять или высовывать? Вставлять. Мне тоже нравится. Марина и сапоги. Все, Марин, давай, пока. Все, пока. Пока. 11:40. Да, на Европе. Все, хорошо, пока. Пока.